О, бежит меня, встречает. А, Кеша. Ну, так мы еще до дома не дошли. Пошли домой. О, видите? Побежал. Иди. Ну, иди. Иди. Иди, иди, иди. Ну, пошли. Ну, иди. Беги. Бежи, 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 бежи. Ну, иди. Всем привет! Вы на канале Деревенская жизнь Сибири. Листики уже цвет приобрели осенний. На улице не сильно холодно, но и не тепло. А Кеша возле меня так и трется. На улице вечереет. А у нас дела. Ну что, пошли домой. Надо, пока тепло, надо поменять вот эти резинки. Они уже пришли не в годность. Видите, все попорвались, а по низу вон идут. А то будет потом холодно и продувать будет, и замерзать дверь. Я вот новую купила в замену. Сейчас вот буду налеплю, пока тепло. Сначала обезжирю вот те места, где клеилась. Какая грязь. Одеколоном тройным, простым он. Зато хорошо наклеится. Хочу вам ответить на вопросы, те, которые вы в комментариях. Надо прочистить колодцы.
все у меня прочищены. Вот у меня здесь один колодец. Вот второй колодец. И все они чистые. Тогда, когда мы ремонтировали печку, мы все прочистили вместе с дочерью. Я уже 2 раза прочистила. Смотрела, может, туда что упало. Не знаю, все чистые колодцы. Почему дымит до сих пор, я не знаю. В прошлом видео вы видели, что приехал печник, трубы прочищал с летнего прохода. Там мало немножко нападало. Но вот у меня еще есть вот в зале тоже колодец. Я сейчас его попробую почистить. Я всего его чищу 1 раз в 2 года. Там очень мало набирается золы. Ну, сейчас посмотрим. Вместе с вами мы вскроем и посмотрим. А завтра обещал ко мне приехать печник. Все-таки будем находить причину, где, почему все-таки дым идет с топки. Пока не разгорится, все нормально. Нету дыма никакого. А в начале, когда начинаю подтапливать, и дым идет и валит, и валит, и валит, и невозможно открыть дверцу. Так-то оно не валит совсем, а как только при открытии дверцы начинает валить дым. Ну, сейчас буду вместе с вами вскрывать вот именно вот этот, что находится в зале, колодец. Ну вот я вам хочу показать, вот сколько всего набирается в этом колодце. Его нет смысла здесь, в этот колодец, чистить каждый год. Я говорю, я чищу 1 раз в 2 года. Здесь мало набирается, но печник сказал, пока не замазывать. Он посмотрит, что куда и куда это колено идет, ведет этот проход. Этот колодец, может, где-то другой будет причине искать. Все, только единственное, что я больше намусорила. О, и все, больше ничего. Сейчас это все уберу и вынесу на улицу. Вот такие дела. Не, вот там надо кверху смотреть. Вон она. Подожди. Смотрите, видно? Нет, маленько не видно. А теперь? Ага, вижу, что колено. О, видите? Ага. Твоя дырочка. Ага. А, так она не полностью же затянута. Не полностью. И все равно из-за этого может, ну, что? Конечно, тоже хватает. Так, пойду сейчас возьму эту штучку. Сейчас мы тут прочистим. Потом туда дальше пойдем. Ага. Все равно не сказала, что тут сильно много на это набралось, что сильно забито.
Не знаю. Ну, дальше там еще искать. Это только начало. Интересно, что она проходит, а не заметит. Проходит, он сыпется. Ну-ка. Это ты так колено проверяешь, да? Оп, стоп. Тут что за кирпичи лишние? Вот оно мое все. Угу. Прочистили. И кирпич еще упал. Нет, он кусочек отвалился от края где-то. Вот так вот. Это вот этой балдушкой ты так прочищаешь, да? Да, балдушкой. Таня, мне надоедает балдушкой. Ну, как же свое название. Ну, понятно. А как это называется? Вот это? Это я сам изобрел. А-а-а. Сейчас придет печник, дальше будет смотреть, а наверху выбивать еще один кирпич. Не знаю. Я бы не сказала, что сильно проход забитый. Дальше будет смотреть туда, куда-то туда, вот последний, наверное, или предпоследний кирпич, не знаю, сейчас посмотрим, что он будет. Но проход не сильно-то не забитый, вон, видите? А потом пойдем в спальню. Ну, пока ничего не вижу. Во-во-во-во-во. Вот, все, дошла. Сыпется. Насыпалось немало, немного, но насыпалось. А здесь тоже, что ли, Юра, идет проход, да? Ну, я так понимаю, он там так вильнул, потом ага. Сюда вниз. Ага. И сейчас должен вверх к трубе идти. Ага. Вот это колено тебя интересует. Понятно. Везде поразбили. И спальни разбивают. Ну, вот здесь я подобрала всю грязь. О, не знаю, не знаю, не знаю. Где найдется, что? Ну, дай бог, печник все равно, он же специалист. Найдет причину-то. Вот он. Видишь, что? Вот он. Что, давайте совочек свой. Угу, угу. Ведерко. Угу. Давайте бросай свой телефон.
Ну вот, я же как предполагала, что вот здесь будет вот именно сильно много золы, потому что в 19-м году мне уже тут прочищали. Но я его спросила, может быть, здесь сделать колодец, чтобы я постоянно вытаскивала кирпич, прочищала. Не нужно, так мне ответил печник. А оказывается, надо. Вот так. Вот. Ну, сейчас вот прочистила все полностью, как сказал печник. Все колодцы вскрывал. В каждой по 3 дырки. Я ему сразу здесь сказала, говорю, здесь точно он забито все. Ну вот, так оно и оказалось. Значит, здесь надо мне каждый год прочищать. Вот и все. Ну вот как-то так. Нашли причину где. Ой, последний этап. Все колодцы надо замазать. Все колодцы здесь уже замазали. Надо теперь, чтобы подсохло маленько. Потом уже мазать. Да надо помыть все здесь, убрать всю эту грязь. Сыпется все. Сказал, что здесь все прогорело. Вот так вот. Сегодня, слава богу. Ну, пока перекладывать не буду. Пока нет надобности такой. Сейчас вот все замажет. И будем пробовать затапливать печку. Ну вот, дорогие мои, все сделано. Осталось только подбелить. Спасибо печнику. Устранил проблему. Печка топится хорошо. Сейчас дыма нет, не валит. Ну, здесь осталось мелко мне. Мелкая работа. Вот это все поубрать. Тоже все позамазать и подбелить. И будет чистенько. И здесь точно так же. Видео это будет выходить только на Дзене. YouTube могут заблокировать любой момент. Ссылка в описании. Переходите и подписывайтесь на Дзене. Всем пока-пока. До новых встреч. У нас идет дождь. Что ты закружился, Кеша? Что? Помощник. Иди, иди. На улице холодно, а дома зато тепло.